Новые возможности для бизнеса. Представительство Госбанка развития Китая откроется в Беларуси. Презентация отделения прошла в Минске. Банк развития Китая инвестировал в бизнес Беларуси и раньше. Сейчас в стране реализуется 15 проектов. Самый успешный и известный – индустриальный парк «Великий камень». Но теперь клиентам финансового учреждения будет проще и быстрее открыть, к примеру, кредитную линию. Это представительство, оно выполняет больше такие информационно-аналитические, представительские, опять же, функции. Но оно будет способствовать развитию непосредственно прямых отношений между нашими предприятиями, между нашими бизнесменами, налаживанию контактов, появлению новых проектов. Это шаг – продолжение тех договоренностей, которые достигли главы наших государств в июне на саммите в Циндао. Теперь будет проще финансировать и проекты, которые ложатся в основу инициативы «Один пояс, один путь». В стране работают представительства банков России, Германии и Межгосударственного банка. Но, по мнению экспертов, сотрудничество с крупнейшим банком Китая – одно из самых успешных. Банк профинансировал совместных проектов на 3 миллиарда 700 миллионов долларов.